Итак, хотите смотрите, хотите нет, а нам интересно, и мы будем играть. Привет всем и погнали. Мы переночевали в лесу и смотрим, что же будет дальше. Итак, сделали домик, помните? Идем. Лукас не дружит с этим парнем, он? С Акселем. С Акселем. Аксель, это переживет. Слушайте, не волнуйтесь, Аксель это переживет. Но все равно, все прошло не так, как хотелось. Дай срок, он переменит свое мнение. Спасибо, Джесси. Ну, поговорили. Эй, там что-то есть. Какая-то постройка, мне кажется. Пойдемте посмотрим поближе. О! Полезли по лианам. Оба-на! Что это? О, знакомая... Это храм камня. Это храм камня. Чем мы ждем, будем осторожнее. Будем осторожнее. Идти туда надо осторожно. Ну, правильно, мало ли. Оба-на! Свинья. Что же это за место? Это мы и пытаемся понять. Это храм Ордена Камня. Храм Ордена Камня. Ты уверен? Ха. Он прав, смотрите. Это нам дал этот... Габриэль, пошли посмотрим. Габриэль дал. Как он называется? Так, будьте осторожны. Амулет, да. Кричите, если что-то увидите. Не странно ли, что раздатчикам придан вид жутких ружей? Ага. Что вы раздаете? У меня такое ощущение, что лучше этого не выяснять. Это ловушки, я знаю. Сейчас наступит на что-то и, как всегда, выскочит паук. Или стрела. Так, мы идем и идем. А вот нажимные плиты там, по-моему. Бубух. Ап! Нажали педальки, так. Это мне не нравится, конечно. Раздаточные рожи. Мои друзья, бежим! Опа! Тюм! Кувырок. Влево. Ай! У нас попала стрела. Мы умерли. Но! Бежим! На стрелке надо вовремя нажимать. Свинья пошла, нажимает первую кнопку, мы вторую. Решетка закрылась. Конечно, не нравится. Эти штуки будут стрелять стрелами. Бежим. Так, вправо, вниз, кувырок. Так, сейчас будет влево, влево. Влево ушли. Так, отлично, отлично. В этот раз мы прошли со второй попытки. Ооо! Мы в ловушке. Мы включили раздатчик при помощи нажимной панели. Если нажать, это наверняка их остановит. Тут есть рабочий стол, может заточить что-нибудь полезное. Из чего? У нас ничего нет. Все наши инструменты и материалы остались дома. А пошарьте за в карманах, посмотрим, что у нас найдется для работы. Так, у кого что есть? У меня есть несколько палок. А, у меня есть кремень и кусок нити. А у меня только куриные перья. О, ты можешь стрелы сделать? Посмотрим. У меня кремень, кресало, меч. Немного паучьей нити, которым я в лесу бился. Нить, палки, кремни, перья. Но, ребята... Что можно сварганить? Так, какие-нибудь стрелы и лук, конечно же. Нам же по кнопкам надо стрелять. О, рецепты кнопка появилась. А мы делаем стрелу. Так, берем стрелу. Окей, сначала можно сделать... Чего сделать? Ну, теперь надо делать лук, я так понимаю. Так, можно смотреть рецепты, а можно и не смотреть. Все давно знают. И сюда ниточку надо. Одну, вторую и третью. И пш-ша! Есть лук, есть стрела. Кто у нас самый меткий? За дело.
Надо попасть в кнопку, ребят. Нажимную панель, вернее. Пум! Попал. А вторую не надо? Здорово. Судьба ордена свиньи меняется. Так, ну вы же не нажимайте больше на плиты, а то нам поручать вас будем. Так, какие-то книги. Чародейская комната. Чародейская. Похоже на жуткий подвал Айвора. Да, похож. Там был такой тоже полочки, книги, зелья тут какие-то. Так, говорить мы не будем. Надо почитать книги. Вот какая-то книга. Битва была жестокой, но Орден Камня одержал полную победу, благодаря чему земля была спасена. И навсегда воцарились мир и благоденствие. Ну, как видите, не навсегда. Вот. Эти пятеро храбрецов, пятеро друзей. Первый, второй. Все вместе совершили очень много и по праву снискали себе славу пяти героям. Они сами решили избрать славный конец. Они решили убить дракона. Айвор был членом Ордена Камня. В преданиях о нем ничего не говорится. Это много объясняет, поэтому Айвор затаил такую обиду. Они нам лгали всему миру. Зачем им это нужно было? Ого, поверить не могу, что вы накостыляли одному из Ордена Камня. Безумие какое-то. Может быть, Орден не такой, каким мы его считали. Но Петра все еще там, и монстр этот все еще там. Джесси прав. Надо сосредоточиться на том, ради чего мы пришли. Куда ведут эти ступеньки? Ну? Можно проверить. И, как говорится, один есть способ, чтобы выяснить. Нужно... Пойдешь, не узнаешь. Нужно идти, да, идем. Оп-оп-оп-оп-оп, рычажки. Ого, так круто, что случилось со стенами? Вернее, со всем этим местом. Должно быть, здесь они и встретились. Где же они тогда? Габриэль говорил, что когда мы найдем храм, амулет приведет нас к Ордену Камня. Что ж ты ждешь? Доставай амулет. Достаем амулет. И что? И ничего. И ничего. Что-то должно случиться? Да, конечно. Похоже, это был обман. Скорее всего, мы что-то упустили. Посмотрите вокруг. Может быть, что-то найдете упущенное. Жив, достал из кармана и все, думаете? Куда-то же ее надо, я так понимаю, вставить. Этот амулет. О, рычажки. Так, кто знает, молчите. Раз. Ни-ни-ни. Нет, назад. Раз. А мы тоже забыли. Не знали и забыли через один. Так, что? Давай, жми. А мы голову не ломаем и методом тыка. Опа-на! Методом тыка получает. Так, и нам фонарик куда-то указывает на пьедестал. Ага, и я уже вижу место для амулета. Вон где, возле крестика. Взглянуть надо. Пьедестал. Так, иди, Джесси, вставляй амулет. И на карте, наверное, нам что-то будет показано. Ну вот место для амулета. Взглянуть. Так. О. Так.
О, давай. Прямо по форме амулета, но... Применить амулет. Применяем. Дынь. Куда? А, вот так вот. На луч поставил. Ага. Incredible. Absolutely. То есть... Невероятно. Как они это построили? А, вот это нам и хотел показать Габриэл. Он хотел, чтобы мы это нашли. Это орден. Он показывает, где они сейчас. Нам толком неизвестно, как работает эта штука. Может, амулет обнаружит их только, когда они на поверхности. Или, может, он не работает, когда они в нижнем мире. Нужно исходить из того, что мы знаем. А что мы знаем? Нам надо найти Петру. Петра на нас полагается, это иссушающая буря, что-то там делает. Мы знаем, что Габриэль... В общем, нам нужно найти Орден Камня. Тут только два огня, осталось только два члена Ордена. Он говорил, что Сорен, что? Остается Магнус или Элгорд. Выступаем. Я не иду с вами, я останусь здесь. Почему? Насколько я знаю Петру, она, скорее всего, делает все, чтобы отыскать это место. Она все еще там. А вдруг ты ошибаешься? Не говори так. Аксель, Джесси прав. Петра, может быть, погибла. Если есть хотя бы малая вероятность, что она жива, я должен остаться и ее тут подождать. Вступайте, приведите подмогу, я постараюсь продержаться. Этот храм довольно велик, если нам придется его защищать, мне понадобится помощь. А если, может, один из вас со мной останется, пожалуй, Оливия обеспечит надежное прикрытие. Мы с Джесси пока разыщем Магнуса. Разыщем Магнуса? Ты в самом деле думаешь, что все-таки будет? Нам нужен Эльгорд, он величайший в мире инженер, он найдет способ остановить этого монстра. Мы пытаемся его уничтожить, и коль скоро речь идет об уничтожении, тут Магнусу не травм. Ты же умная девушка, Джесси. Самое умное решение — отправиться на поиски Магнуса. Джесси, Аксель, наверное, хотел сказать на поиски Эльгорда. Эльгорда. Да нет, не думаю, Аксель имел в виду именно Магнуса. Вот они спорят. Джесси, дело в том, что тебе надо найти Эльгорда. Тут и думать нечего. Тебе надо пойти со мной. Ты моя лучшая подруга. Так, мы с тобой вдвоем, как всегда. Так, нам надо что-то нажимать и выбрать. Что мы выбираем? Инженера или бойца? Но, Оливия, мы с тобой пойдем к Эльгорду, к инженеру. Здорово! Аксель, останешься здесь с Лукасом, подготовите все к появлению Петра. Что, с этим типом? Я здесь. Ну же, Аксель, ради Петры. Не лучший выбор, как по мне. Ладно, сделаю ради Петры. Я возьму это. Что это? Поросенка? Итак, мы идем искать не... Народ! Что, уже чучело летит? Точно. Мама дорогая. Оно уже здесь. Конец главы? Да. В следующей серии. Джесси и Оливия вернулись в Нетер. Джесси и Оливия возвращаются в Нижний мир с намерением разыскать Эльгорда. Инженера. И оказываются в месте полном механических чудес раритетов красного камня. Удивительные машины, необыкновенные функции которых ограничены лишь воображением их гениального создателя. А между тем огромная буря усиливается, сметая все на своем пути. Времени наших героев остается все меньше. Так, мы прикончили, закончили. И вот... обновлять, чтобы загрузить самые последние выборы. А что это обновить или продолжить? Оно нажать продолжить. Мы
закончили первый эпизод, как вы видите. Вот идут титры создателей.